на целый день уже игра плюс конституционная сессия на тему. Темы могут быть совершенно свободные, но обычно просто, чтобы это, естественно, было продолжением игры. Да? То есть, когда люди на эмоциональном подъеме, они пошли пообедали, возвращаются, у них остается вот это вот ощущение такого подъема, и они готовы дальше это обсуждать. Но за каждой строчкой стоит не один, а много проектов и по созданию кодекса, и по внедрению корпоративных ценностей. Иногда вот некоторым компаниям, которые работают под западными брендами, из главных компаний приходят новые ценности, и вот еще раз говорю, да, задача быстро, сразу, четко, чтобы прозвучало. Что происходит вот во второй половине дня, да? Давайте я вот на примере вот второй строчки расскажу. Люди занимаются некими творческими заданиями, в которых они, ну, например, да, берут какую-то корпоративную ценность, которая идет в одной сентенции такой, да, то есть у нас корпоративная ценность, там, открытость, да, но слово «открытость», оно не рабочее. Да, то есть если они выйдут со словом «открытость» и будут говорить дальше, мы открыты, не открыты. То есть вот с помощью специальных упражнений, которые мы с вами вместе обсуждаем, люди, ну, вот расписывают экшн-план, да, что для меня открытость, что для нашего отдела, открытость, как мы поймем, что мы открыты или не открыты, как мы будем оценивать в конце года вот по этому параметру конкретному открытость. Да? То есть вот они проговаривают это, записывают и уходят уже с определенным пониманием. Ну вот принятие правил проведения совещания, мне кажется, вы догадываетесь, какая здесь игра может у нас быть. Это, естественно, убийство и исчезновение лорда Кэлвина. Управление проектом. Ну и, соответственно, есть ваша тема, которая, наверное, еще здесь не озвучена, но к следующему разу, я надеюсь, здесь появится какая-то яркая тема, которую мы вместе с вами сделаем. Как часть тренинга, ну, мы привели здесь два примера. Примеров может быть больше. Это либо в начале, либо в середине, опять же, употребляю такое слово, проблематизация. Да, вот управление проектом очень хорошо ложится на, или наоборот, игра, золото королей пустыни, хорошо ложится на управление проектами. Управление рисками, рассчитать все 25 раундов, выбрать стратегию и так далее. Обязательно одна из пяти команд погибает, обязательно разбор, почему. Да, не доходит до конца, есть там такая опция, ловушки. Погибает, и на этом ярком фоне уже дальше инструменты. То, что все пропускают у нас, какой обычно фазу пропускают проект? Инициация, потом планирование, реализация. Естественно, все из после инициации идут сразу в реализацию. То же самое происходит в игре, но это очень наглядно. То есть не нужно потом тренеру рассказывать про менталитет людей и так далее. То есть все просто говорят, извиняюсь, да, ваше имя. Эффективное проведение совещаний Lord Devon, эффективная работа в команде Lord Devon. Все остальные тоже могут быть настроены, но это вот наша с вами работа. Да, то есть